В этом доме первой половины 19 века Владимир Даль 5 лет проживал со своей семьей. Нынешние хозяева сохранили многие артефакты того времени. Медные ручки на дверях, погреб, ледник, беседку со шпилем и даже столетнюю сирень, когда-то посаженную самим писателем. Также уберегли оригинальные ставни и наличники исторического здания. Сейчас их реставрируют неравнодушные оренбуржцы. Мы решили заняться ставнями. Люди очень откликнулись с добром и с радостью на эту акцию. Очень нам помогают и руками, инструментами. Узнала через социальные сети, как участники Тонсверфеста, мы пришли помочь в АПИК, чтобы тоже установить наличники дома Даля. Узнали из них, из интернета, наверное, как и большинство тех людей, которые здесь присутствуют, из социальных сетей, распространили дальше по всем своим знакомым, и ребят тоже подключились. Работа над фасадом исторического здания объединила самых разных людей. Объект архитектурного наследия уже очистили от старой краски. В планах у градозащитников восстановить оригинальный цвет фасада. Поработали с реставраторами, согласовали все действия. Вот это и есть сила общественной организации Всероссийского общества по охране памятников культуры и истории. Они сумели все сами. Я приехала из Орска поддержать специально вот такую инициативу по сохранению памятников истории и культуры. Реставрация началась 1 августа. Сейчас активисты ищут квалифицированных специалистов, чтобы восстановить деревянные узоры и вазоны, придающие этому зданию особый шарм. Помочь сохранить историю вы можете как материально, так и своим непосредственным участием в работе. Александр Кацун, Максим Марарь, городской телеканал ЮТВ.